Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас научу, как правильно... Дело это непростое, но я думаю, вы сможете освоить эти навыки. Конечно, с первого, со второго, ну, с третьей попытки у вас наверняка получится. Наливаем литр воды. Кладем лавровый лист. Соль, оливковое масло. Приправу для пельменей. Вода закипела, кладем 13 пельменей. Перемешиваем. От оливкового масла пельмени не слипнутся. Варить 5 минут на умеренном огне после всплытия. Все просто. Очень вкусно!